Переговоры по иранской ядерной программе отложены. Ожидаемого прорыва на венской встрече представителей Тегерана и «шестерки» не произошло. Но диалог будет продолжен в марте. А пока стороны договорились придерживаться уже достигнутых договоренностей. В течение этого времени Иран, как и раньше, сможет ежемесячно использовать по 700 миллионов долларов со своих замороженных в западных странах счетов. Никаких дополнительных послаблений Тегеран не получил. Соблюсти установленные сроки не удалось. Это, конечно, разочаровывает. Но усилия с обеих сторон прилагались, и атмосфера была позитивной. Мы приняли решение продолжить уже выработанный план. Иранские активы останутся замороженными. Но в течение 7 месяцев до самого июня Тегеран будет иметь доступ к некоторым из них. Это время мы используем для продолжения диалога и попыток достичь консенсуса, заявил министр иностранных дел Великобритании. Год назад на переговорах в Женеве стороны пришли к соглашению, по которому Тегеран обязался приостановить работы по обогащению урана, а западные страны ослабить санкции против Исламской Республики в ожидании окончательной договоренности. Срок ее подписания истек в понедельник, но итоговый документ выработать не удалось. Главное разногласие вызывает вопрос о том, какой потенциал обогащения урана может сохранить Иран. Нет согласий по срокам сокращения ядерной программы.